У комиссии по содейничанию занятости насельництва на Гомельщине с моменту их створения звернулись больше как 80 жихару региона. Усяго в области створено 25 таких комиссий, из яких 21 при райвыканкамах, 4 при администрациях района Гомеля. У их составе депутаты, супрацовники службы занятости, податковых инспекций и інших организаций. Спектр питаний, с якими до их звертаются, от тлумачения по оплате послуг ЖКХ непрацующими громадянами до правовых консультаций. Так само гамельчане знакомятся с наявными вакансиями. С початку года органы по праце, занятости и социальной обороне оказали содейничание у працаулаткаванне большим 21 тысячи жихаров в области. Зараз у региональным банку вакансий каля 11 тысяч пропанов. У городской мясовости наибольшая колькость вакансий у медицине и будаўничей галине, на вёсцы у сельской господарцы.